Привет, я художник Женя Гладкая, и я хочу рассказать о моем проекте интерактивной азбуки. Проект родился много лет назад, когда я решила сделать индивидуальную азбуку для моей дочери. Я старалась создать симпатичные образы, способные помочь запоминанию алфавита. Это была книга подвижных коллажей с использованием разнообразных материалов – картона, ткани, ниточек. Сегодня я и мои друзья, сценаристы, мультипликаторы, музыканты, хотим соединить идеи живой бумажной иллюстрации и современные технологии. Интерактивность позволяет управлять персонажами. В игре детям проще запомнить алфавит. А язык рукотворного коллажа, в отличие от языка виртуальных игр, дает большое пространство для фантазии и творчества. Вот как это работает. В нашей мультипликационной азбуке каждая буква оживает, представляет своих героев и рассказывает историю. Иногда смешную, иногда трогательную. Дети сопереживают героям и легко, без усилий, знакомятся с буквами. Как известно, первая книга остается в памяти на всю жизнь. Пусть первое знакомство вашего ребенка с гаджетами станет полезным изучением алфавита. Посмотреть мультик. Настя нашла новую игру. Не спит всю ночь напролет. И вдруг на утро у Насти заснул ноутбук.